Иду. Да, это мой давний друг, коллега Роман Кучун из города Москвы. Он тоже тренер по дзюдо. Поздоровайтесь. Здрасте. Сейчас он покажет там одно очень интересное упражнение. Это упражнение очень легкое, и вы сможете его делать каждый раз. Смотрите, какое упражнение. Сначала мы сделаем только одной рукой, потом мы соединим руку в ногу, а потом мы соединим руку в правую руку, левую и ногу. Итак, первое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правой рукой делаем, потом левой. Раз, не поднимай, два, три, ну что, попробуем? Девять. Надо встать, да? Да, надо встать. Разойдитесь чуть пошире, чтобы глаз друг друга не ткнули. Хорошо. Если вы хотите, вы можете обойти с той стороны, как удобно было. Итак, я поворачиваюсь к вам спиной. Чтобы вам удобно было. Пять, шесть.
обычный. Присядьте, пожалуйста, на самом деле.